Здравствуйте, дорогие зрители! Я рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня я хочу сделать разбор цыганочки на простых трех аккордах. Итак, приступим к разбору. Раз, два, три. Чтобы сыграть цыганочку, вам нужно знать всего три минорных аккорда на левой руке. Это аккорд ДМ, аккорд АМ и аккорд Е7. Играется цыганочка лесенкой или ступенечками. То есть мы начинаем с аккорда ДМ, потом переходим к аккорду АМ, потом Е7, потом опять АМ, опускаемся, ДМ, АМ, Е7 и АМ. Как это звучит на левой руке? Левая рука. Аккорды на левой руке играются по два раза. Итак, переходим к правой руке. Постараюсь сыграть одним пальцем. Потом можно добавить элементы с сербиянки в эту цыганочку. Это разнообразит игру. Как она играется? Усложняем цыганочку. Как это играется? Одним пальцем. Произведение в медленном темпе. Достаточно простая мелодия, очень удобная для выучивания, для начинающих гармонистов. Удобно расположены аккорды левой руки, это является основа. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк или дизлайк, если вам понравилось или не понравилось. И не забудьте поражать колокольчик. Всего вам доброго!